Перед началом хоккейного сезона команды, будь то совсем молодые или корифеи, клюшки и шайбы, проверяют свои силы. В пятницу в Ледовом дворце начались соревнования среди юношей 98-го года рождения. В турнире принимают участие 6 команд. Это Тарос, город Нефтекамск, Молот, город Пермь, Челны, город Набережные Челны, команда «Капитан», город Ступино. И очень, конечно, мы рады, что к нам приехала Республика Казахстан. Они представляют командой «Астана». Ледовые сражения, которые будут проходить в течение 5 дней, носят статус всероссийских и приурочены к юбилейной дате – 30-летию создания хоккейно-спортивного клуба «Тарос». Каждой команде предстоит провести встречи со всеми соперниками. Таким образом, по круговой системе и сумме очков, заработанных на турнире, определится победитель. Кроме того, в результате состязания определятся лучший вратарь, нападающий, защитник и победители в других номинациях. Все жители города нашего мы приглашаем на игры. Потому что хоккей – это очень зрелищный вид. Дети всегда нам дарят большую радость, и поэтому всех мы приглашаем, чтобы дети и наш город поддержал нашу команду. Естественно, мы будем бороться за кубок. Лилия Ахметова, Кирилл Попов. Информационная программа «Ежедневник».